В основном Саши, Максимы, Насти и Елизаветы. ЗАГС анализирует имена, которые в 2014 году астраханцы давали своим детям. Так, в пятерке популярности на первом месте среди мальчиков имя Александр. Далее Максим, Артем, Дмитрий и Михаил. Также в минувшем полугодии зарегистрированы маленькие астраханцы под именем Якуб и Яромир. Девочек чаще всего называли Анастасиями, Елизаветами, Александрами, Дарьями и Ксениями. Часто встречались имена Вероника, Валерия, Виктория и Мария. Редко, но все же встречались имена Юлиана, Христина, Ярослава и даже Шакира. Встречались также малышки с именами Эвелина и Эмма.